О! О, у меня снайпер появился, отлично. Это я стреляю с турели. Да, ничего. Так, а здесь чего нет? Бля. Блять, как мне бесит за нахуй. Сори, Рифа, в той комнате, где ты, как раз турель не работает. А, сейчас контрольные точки начнем. Ну или я начну с контрольной точки. Да, они у тебя, походу, бесконечные, ты меня что? Так. Давай. Нет, вот где ты умер, вот в прошлый раз туда не иди. Или тебе туда надо бежать. Так это единственная комната с кодом, который нужно открыть, походу. У меня нет никакого кода. Я тоже. У меня тоже комната с кодом. Ну-ка, может, он ко мне пришел? Так, ну он у тебя один там вроде был. Если что, ты с ним разберешься. Так, ну давай подбирать код, я не знаю. Какой пароль-то я откуда знаю? О. Я знаю. Что, ты узнал пароль? Да. Как? Посмотрел за чуваком. Какой пароль ты мне скажешь? Сейчас посмотрю сам. Ну заебись, блядь. Oh, Сова спрятался. Узнаешь пароль, говори сразу мне. Блин, как это буду говорить? Ну говори. Чего? Короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Понял, да, короче? Че? Так. Все запомнил. Короче, кругляшок с перекрестием. Угу. Потом левая нижняя какая-то хуйня. Угу. Сейчас она еще раз наберет, по-моему. И последние такие два круга. Два овала такие. Один перпендикулярный, другой горизонтальный. Угу. Крылось? Один перпендикуляр, другой горизонтальный. Самое первое. А, так бы и сказал. Все, открылось. Да, блядь, ненавижу, сука.
Почему ты, блядь, так больно дамажишь мне, нахуй? Ой, блядь. Как я ненавижу здесь, блядь, это мили ебаная, блядь. Я ничего не могу сделать, я не могу набрать код, блядь, они выходят сразу же. Да, опять вышел, конечно. Ну, я ничего не могу сделать, мне нужно ждать тебя, короче. А не могу отсюда выйти. Чё? Они, блядь, убивают меня здесь просто. Нахуй, если вновь отсюда просто пиздец какой-то. Давай, сдохни заново ещё. Какая разница, блядь? Блядь, ну ты бесишь меня, а чё теперь? Какие дура. Мне показывают 40 метров до тебя. На протяжении всей игры покажут 40 метров, блядь. Ну, ты, по сути, мне ты должен дверь здесь открыть, как я понимаю. А, нихуя здесь не открою. Че у него-то? Гранатомет какой-то, что ли, блядь? Ты че ебанулся, чувак? О, еще справа, да, сейчас придет. Дверь не хочет закрыться, блядь? Заебись, когда Джо проходит, у них дверь это... Нихуя, у него пулемет, блядь. Я ничего с ним не сделал. Я не мог к ним подойти. Блядь, проебал тайминг. Пиздец. Просто на целый столб меня уебал. Так ты понял, какой двери идти? Где пароль вводить тебе надо? Да? А, сзади пришли, да, уже, все, завелись. Меня опять убили. Пошел пулемет задух, меня заебало, блядь. Тут турель стоит в этой комнате. Я уже ушел с той комнаты, с турелем. Вот меня поэтому и разъебывают тут. Не могу обратно вернуться уже. Вздыхай в любом случае. Придумал такую ебичную систему. Все, давай за турелем. Все, ты здесь? Давай, вводи. Помнишь пароль? Все? Тебе еще какую-то дверь открыть надо? Это я могу уходить с турели. Я хуй знаю, что мне сделать. Раздевалка ты. В
Все, ты стоишь в раздевалке? Да. Сейчас пойду. Женю скайп набери. Наберу сейчас. Джейк! Ну все, что теперь? Девочек не видим. Where are we? China. Obviously, but where? Don't know, don't care. It's not like I'm done being begged anything. What did they do to you? Clint said something about using my antibody to enhance the C-virus. Oh no. What else did they say? You know anything about him? Albert Wesker. What? Take that as a yes. We talked about him a lot. I guess he had an antibody that could fight off any virus. Apparently, he abused his gift. Took it for granted. Ended up turning himself into some kind of monster. You know, I thought dear old dad was just a deadbeat who skipped out on us. No, he was actually a freaking nut job who almost destroyed the world. Your father's actions have nothing to do with you. Yeah, but his blood does. It's the whole reason why we're even here. I mean, come on. You really think that crazy doesn't run in the family? That nothing of who my father was didn't somehow get passed on down to me? You of all people should know that's true. Just saying. Man that I am, things that I've done, at least it all makes a little bit more sense now. Ладно, добавлю этого пока. What? You can blame your father all you want, but at some point, you have to take responsibility for all your actions. Пацаны. No. Спойлер вам рассказываю. Влад готов? Джерайя Сана Пейн убил. Блин. Меня трясет тебя просто. Нагата, Нагата его зовут. Серьезно, спойлера. Я не ожидал такого. Че, волки взорвались, блин? Вообще. Нет, только не с этим самотыком, пожалуйста. Все, у нас полный боезапас. Полный боезапас. Хуев. Понятно. Че в голове, да? В голове хуйня какая-то. Приехай, найди меня. Пацаки, что-то вообще не хочу завтра на экзамен, это пиздец. Нашел. Залезь еще раз. Ну-ка, эти, я хотел открыть, может тут есть секретики, патрончики. Пиздец, мне начинает тут жопа взорвалась, но такая ебанутая миссия. Залез. Просто пиздец, уходи. Блять, так. Что там контролить надо было? Пехотинцы, футмор. Да, блять, контроль футмор, это мое любимое дело. Надо в мили было завалить, короче. Тех, автоматчиков, да. Пулеметчиков, блядь. Надо как в Бэтмене, блядь. Как в Бэтмене. Ну такое мили тупое. Они тебя станут и прокидывают, блядь. Тут-то тебя, никак, короче, если ты часто очень жмешь, то ты проебываешь. Нужно точно станем попадать, блядь, когда нажимаешь. Так, вчера на этом.
Бич против One Piece? Да, блядь, бич против One Piece, это хуйня, блядь. По сравнению с тем, что я сейчас делал. Просто бич против One Piece, я думал, у меня уже ничего как бы не страшно не покажется. Оказалось, блядь, это еще хуже. Тебе показали головку, да? Не только головку, это вообще полный хуй показали. Полный хуй говно. Вот. Слушай, я нашел какую-то секретку или что-то. Секрет. Пацаны, что такое 4-я республика во Франции? Твой дед не подходит во Франции? Сука, не подходит, пиздец. Так бы я на все отвечал. Байте разброс. А, все патроны закончатся. А, ну я буду здесь не пиво скверить, пидорасы, блядь. Че, в кэсик идем? Нет, кэсик. В 1.6 что-то. Блин, что ты сделал? Хизи самые ебланские донатеры. Это. Ой, я просто в шоке нахуй. Как таким можно, блядь, быть? Смысл, а чё? Они у меня купили камуфляжную касочку, которая один раз взять и пропадает за 130. Она не пропадает. Какая разница, блядь, 139 рублей за. Вот это как заблеванный калаш, кажется. Ну это рак. Гад. Чё-то я чувствую себя каким-то Тони Монтаной. Такой сорняк. Я себя чувствую пироманом. Как? Кем? Пироманом себя чувствую каким-то, да. Я больше горю пиздец просто. После той миссии. Пиздец ты горишь после той миссии, да. Ладно, а что же успокоишься? Да тебя там не было просто, ладно, блядь, ты не ощутил того, что ощутил я. Может ты успокоишься? Что такое резкий? Ты что, закрытый что ли? Блядь, смысленно будет. Человек, как думаете, меня разъебут на фейсет лиге? Че это? ПКС? Нет, там как раз такие, как ты, сидят. Разъебут? Не, на рано вышли. Знаешь, такой захожу, там типа, выберите свой скилл. Типа, играет он вообще в первый раз, что-то на этой стиле не играет. Потом там, ну так, более-менее, либо... Ну, чё-то шарю, да, что-то там. I am pro. Что он превращает? Слушай, ему стало так. Нет, Курт и Е не смогу помнить. Короче, слонобой достой. Йо. А, он сдох что ли? Он убежал. Убежал? Смотри. Как это смешно выглядело. Теперь точно сдох. Что за херня? Какой-то личный жетон взял. Короче, парень, соблюсь. Золотой калаш. Золотой калаш. Осайрис какой-то. Охуешь. Эй, даже автомобили нахуй. Ну знаешь сколько стоит, сейчас скажу. Е4. Как ты здесь спрыгнул, он не спрыгнет у меня, тупая шлюха. Hey look, we can get out here. Until I talk to my superiors, I don't even know where to go. 400. Why does everything have to be such a pain in the ass? All right, I guess we better find a way for you to phone home. О, можно бить в гон, блядь. Ну-ка, это что такое? Походу тут как-то можно открыть эти ворота. Чё, вы найдёт сюда, сука, бля, бля, бля. Ну-ка. Слонобой, вставай. О, чё, чё.
Что? Ты чё, крыса, нагрел? Нихуя, какая она жёсткая. Всё. Слава богу, их убивает. Сколько патронов ты, блядь, посадил? Со снайперки где-то 3, еще со слонобоя. Савапы. Снайперка говно. Вообще полная. Ты говно, блядь. Эх, пора лезть. Да, блядь. Вон бендеровцы, он только взрывает, нахуй. Че там, блядь? Ногой-то, похоже, сюда нужно что-то вставить, блядь. Давай вставлю. У меня хуй. Есть. Хуй вставь. Чё вставил? Как ты вставил? Подъё. Берёшь, достаёшь. Всё. Меня ж потряхивает. Чё я не могу свой? А, у нас общий жетон, типа. Хуй тебя. Ну, короче, видимо, 10, чтобы выиграть автомобиль, 3, чтобы что-то другое сделать. Так, ну давай. Ты ищешь, я вставляю. А. Я вставил второй. Вон валяется еще где-то, видишь? Ключик на ресторан. Фак, я фак. Как его поднять-то? А, блядь, нихуя себе. Ничего себе. А так... Какой ты выбрал ты для себя стиль? Ой, уровень, я говорю. А я бы просто сделал, Жень. Иди сюда, нет, ты че, ебанус? Видишь, там ключ нарисован. Где-то 40 выбрал, метров до блядь. Него. Давай, иди сюда, я тебя покину. Твой один с 3 лет, нахуй. Давай. Удачи тебе там. Ага. Наберешь? А, я тоже же могу туда подняться, походу. Это все вроде. Я не боюсь, блядь. Я в милис не стою, дерусь, блядь, не попадаю по нему. Просто пиздец какой-то, блядь. Что это за хуйня? Кто, блядь, сделал такой мили? Японц? Нет. Японцы во всем виноваты. Че? Это они вторую мировую. Че, пес? Вы не в курсе, что ли? Это бандер во всем че. Да. Японец не может быть бандер. Может быть. А кто за Манчжоу Го создал? Владец, что ли? Китайцы. Блять, японцы его создали, Алеш. Че? Ты Манчжоу пасть закрой. Что называется по-китайски? Сделали. Тебя разводят? Да ладно. А ты веришь им? Гуляй давай. Лагер так же говорю. На каком они кричат? На немецком что? Китайцы. Куда ты побежал, клоун? Fucking clown. Ой-ой-ой. Вот я, блядь, такой пизды получал, вот просто ежесекундно. Что миссия? Это просто какой-то. Там если один, то тиммейт лобок умирает. Все, бега. Да. Олег, кто Олег, это? Видишь ключ? Помп. Давай найдем его, идем. Ты что делаешь? Я на казамате прыгаю.
монетки вставим? Да. Еще могу вставить. Давай ключ достанем. Это ключом обозначены эти. Че? Ключом обозначены монетки. Ну, у меня один ключ тут обозначен. Я прошу на всю большую часть. Куда его достать? Да, иди ты. А у меня нет ключа большого носа. Там зависит ноги, а я удали. Ты не удали. Их же нельзя давить. Ладно, не удастся. Правильно, нельзя давить. Пусть все должно останется похоже. Чё ты далеко, Реха? Можешь меня пока не ждать. Я посижу на картах, нормальных позиций. Влад корова, пчелки стрит. Влад корова, пчелки стрит? Я хоть что-то сделал, отличие от тебя. Бля, так, кстати, жестко корова, пчелки стрит. Вообще ответственность. Ты сначала попробуй вот, а потом говоришь мне. Не, это реально. Я в этот момент жопу и варит, ты что, забыл что ли? И чё? Ёпты. Ты чё, уменьшает сложность что ли, по-моему, только увеличивает? Чё за хуй? Всё, я собрал это. Влад, я пока в своротку. Ну, в смысле, в этом. У меня 7-6-2, бронебойный нашёл. Хорош. Если начал ты... Сиди спокойно, без балласта. Я тут еще поищу. И до застолья. Кто против стрял ты, тире не стоит. Ай, сука! Перелетел. О, я нам постельку нашел, слышишь? Не надо на постельку. Ай, сука! Надо, ты чёрт. Блядь, Женечка. Женчурики. Что такое женчурики? Спасибо. Это типа хвостатый? Нет, это носитель хвостатого. Олег, сколько у тебя хвостов? У меня 0 пока. Ну я прохуй в жопу. Прохуй в жопу. Ну даже 0. Так же, ни от них не осталось, все в твоей. А как закукарекал-то? Чё самка бандерас ты защищаешь, блядь? Я не бандерас. Кто вот, ты? Вот, нормально. За хуй сосил, блядь. Весь шоу-биз российский, блядь. Так он реально хуёвый, я чё, виноват, что ли? Да, и скажи, Михалков ещё хуёвые фильмы снимает, блядь. Так реально хуёвый снимает. Да, да. Ты хоть один-то смотрел, блядь? Жмурки ходи, нормальный фильм был. А остальные все хуёвые. Ты не смотрел ни один, блядь. Насмотрелись вот этого... про западного Бэткомедия. Я смотрел, знаешь, какой фильм? И все, блядь. Да, 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 да. Ну, подойди да, сюда. Утомленное солнце ты смотрел. Там, где они это, с чуваком пошли. Стоят такие, это. Как вам планчик? Хороший планчик. Это не тот фильм. Хороший фильм был. Ну, в смысле, дерьмовый, или тоже от Михалкова. Это вообще статский советник. So, ну вот, и он дерьмовый. Ты его шедевры-то не смотрел, да? И нет шедевров, не шедевр, это жмурки. Ну, нормальная картина. Параша какая-то, тебе лишь бы про бандитов, блядь. Что ты сам, блядь, бандит бандеровский. Значит, за мапом, блядь. Зачем тут шкафы, чтобы прятаться? Пригодятся, блядь.
Олега, что ты запустил шкаф, блядь, закрыть нахуй. Да, сука. Ой, нормально, нормально. Я... Охуительно открывать неплохо, двери. Да. А я уже шмаляю, блядь. Никак не можешь отойти. Моя пушка не дамажит. Что я сделал? Охуеть, я прошел. Ебучий этап. Сейчас будет попроще. Ты бы лучше на фейсике играл. Ага, блядь, сейчас пойду я на фейсике, блядь. Завтра же отчислит нахуй. Ты что, на фейсике играл? Локейшн, ты слишком жестко Кенни соогнил. Вот бан. Евгений гис пенис фор пенис. Да. Вот, блядь. Бунтеры, нахуй. А ещё на монетку взяли? Ну, это канал, он сдохнет, нет? Чё ж так будет? Дион, а как ты делаешь? А ты. О, лучше тебя отойти. Значит, тебя трахнуть очком. Травы вообще не было, заметил? Нормально, ты можно поиграть даже по нему. Ну, на ветеране играешь. Я заиграл. На ветеране играет. Твинтеровцы, блядь. Подошел помочь. Я упал. Ну погоди, сколько тебе еще секунд? Вот, что, тиммейт лобок? Алексу крафтит лобком сегодня. Чё? Сколько раз ты сегодня лобком был? Много очень. Давай сыграем еще. Нафиг ты их все время в мили пьешь? Нет патронов. Тебе не нравятся эти мили. Не пистолет дерьмовый, который не дымажит, блядь. Не приходится по обойме нахуй, в одного этажа. А у меня дымажит, значит, да, пистолет? Сыграй на пианино. Я уже сыграл, я не могу больше. Я не могу больше. Что там, пианино убийца, что ли? Да. Пошли, вот иду. Ой, блядь, какую скорость набрал! Нихуя длинная. Аккуратно, но. Крайне аккуратно. Исключительно по факту. Че кисель какой-то. Бляски, стыд. Пойдем еще добавим монеток. Да тут в спине. Ну, спине, пошли монетки добавим. В спине, а ты охуел. Сейчас здесь зачистим, потом монетки пойдем попадать. Да не, мне кажется, мы не вернемся назад. Вернемся. Блять, охуел. Не смысл добавлять, чтобы никуда не пойти. Там просто зачаточку, что новая открывается. Ебать! Так тоже дверь откроется, надо до конца эту дойти. Follow me. Ой, какой сложный этап! Слышали, Вилата застрелили. Все, пошли дальше. А? Ага, застрелили. Кто убил ты? Урсута? Урсута убил? Нет. Как нет, он же бунтер. Его форс убил.
Сила его убила. Сила убила. Форс. Ну да. Форс? Форс. Чё ты форсишь, что ли? Трава. Чё, я зайду в бассейн молодости? Бассейн киселя. Заходи. О, хорошо. Почему она только красная трава? А? Почему только красная трава? Не заслужил себе. Нихуя! Мы ж на ветеране играем. Чё ты хотел? На ветеране вы играете. Чё ты сказал? Чё слышал? Пёс Бандера. Чё про ветеранов сказал? Про ветеранов он чё-то сказал. О, вы ветеранов, блядь. Ебошите нахуй. На День Победы, блядь, суки. В памятном огне не даёте подойти в город. Чё ты несёшь, блядь? Чё я несу? Да вы так делаете, мрази ебаные. Чё это, казыма покончится? Ты чё мусор? Мусор. Орех. Ты чё там? В фонтане купаешься, что ли? А, ну же туда идти, сорян. Я не могу справиться с углом, вот. Бывает. Если это Now Destroyer где-нибудь появится, просто нахуй. Нет, если Now Destroyer, то я веселее. А что, в начало вернулись? Вот сейчас в ту дверь пойдем, на которую ты говорил. Мне кажется, если засунуть 99 монет, откроется поскольку какая-то. Ага, да, я тоже так думаю. Это же японцы. Но я не буду испытывать. Так, мы здесь были уже через минуту. Ну, так вот дверь открылась, вот. Ну, Богдан, что ли? Куда ты торопишься? Ну и куда ты? Хуя! Ну и банихо. Ура! Блядь, как меня раскалила нахуй та миссия. Я не мог, никогда не забуду ее, блядь. Как тот Quick Time Event, помнишь? Да, как тот Quick Time Event. Где-то нужно было ножом резать, да, блядь? Да, ветерана. Ну, смотри, я тебя здесь закинул. Ну, плафлешечка. А чё, экран до сих пор синий у них? Чё, он ещё айфон? Let me tell you, boss. It's me, Sherry Brooklyn. Yes, he's okay. We were detained at a facility in China. Really? I'll send you our exact coordinates. They're already here in China. It's over. We're safe. So you ready? Done. Now let's get the hell out of here. Опять защита флешки. Информационный век, что-то. Memory defense, блядь. Когда вы зашкварите, я бы одну из компаний, а, завершить. Заебите мне хп. Сколько хп у тебя? Одна единичка. Давай, нюхать будем. Давай. Или тебя захилить. Smoke weed every day. Захилить баллон. У меня нет баллона. У тебя есть? Сейчас посмотрим. Нет, уже нет. На F. Нет. Давай нюхать так. Все. Let's go. This guy's our lucky conversation. Good. I was sick of this place anyway. А у меня есть.
Нихуя! Я почти получил стрелок. Что ты хуя? Более 34, блядь. Я застрелил случайно. Да садись ты, куда ты лезешь? К такому я не был готов. Я в этой игре всего ожидал, но только не танк. Завтра. Хватит он жестких. Чисто наркоманеры. Прям голливудский размах. Он расхерачил. Ставки упустил. Вот и разрушаем. Подъехал. О, бля! Чувак, ты спел? Ох ты, он мне прямым попаданием сандалил. Ты че, не убьешь, что ли? Может, не прямым? Хуеть! Нажим какие-нибудь слабые места, там все дела. Может это потому что 12 монет? Вот эта пасхалка, которую мы ждали. Я эту змейку разбил? Нет, я. В центре. Все это гана там прыгает. Слышь, это гана. Так, все знают. Ну и что это? Я во второй все играю. В чем? Пич такой. Ну как он выглядит? Как сабля. Как арабская сабля. Как арабская сабля. Мы с нее арабскую сабля делаем. Но они не сабля, блин. Короче, арабский меч как выглядит, так выглядит таган. Ты тут мне наебнул. Ой. Кого? Меня доебнул, а тебя? Сейчас прилетаем попадание. Ты ж, блядь. Блядь! Нихуя я пошел. Все, Владу. Бессмертного Влада, блядь, убили. Бессмертный полк, блядь. Вы чё, суки, бессмертный полк захуяли? И что делает с танком-то? Они прикол, что они друг из конечных мне понял, да? Let's go. Вообще, у меня есть идея, что делать с танком. Good. I was sick of this place anyway. К ним надо подойти в упор. Это жесть какая-то. Откуда здесь танк? Так, я у танка. Что, гулять идёшь? Подойди. Не пикабельный. Пойди. Ох, мне ничего не делать. Я его забагал вот. Я буду его подрывать. Нет, сам он. Вот его в курсе за мной. Блять. Вот, ее тоже подрываешь, не. Friendly fire, по идее, не стоит. У меня есть ножка. Да ему пофиг. Это плохо. Может, нам просто убегать отсюда? Куда? Да, да, да. Так, ты прав. Надо просто убегать отсюда. Я зря потратил столько этих. У меня парень с пулемета забуярил. К
прыгать? Нет, здесь нельзя никак прыгать. А, ты не можешь здесь прыгать. Сейчас я понял. Не подсадочку надо. Я понял. Снегку разбейся. Змейку? Я в прошлый раз ее разбил. Я не вижу змейку. Давай, подсаживай. Сука. Я бегу. Он на центр вышел. Давай. Все, блядь, наебали. Давай. Посмотри, короче, на всяким бхоп мапах. О, он мне даже целую единицу хп не уносит. Чё там как? Бля. Да бля, почему? Давай, открывай дверь. Меня режут, блядь. Сейчас сдохну. Давай, дверь. Бежать. Я точно сдохну сейчас. Че? Да, сейчас приедет. Пиздец. Хитрый. Слышали кекчик? Нет. Блять, нет, твою мать. Реха под колесный танк. Так-то, сука, блядь, под Т-34 русским сдохни, блядь, фашистская гадина. Ох, боже. В смысле, блядь? Погнали. Что за жесть была? Какого фига он в меня стрелял вообще как-то? Ну, когда убегали от танка, мада подстрелили из этой фига. Два раза. Ты-то хар. Он бомж какой-то, он вообще не дамажит из пушки. Я его не ощущаю. Все, 12 монет пошли. Только не еще. Нихуя себе, блядь, карта, блядь. Месть Бонни Хоп. Да пошли вы. Перерывчик-то будет, ну. Я лишь бы перерывчик. Эхо. Это вообще жесть, я не могу. Опять у меня сами. Я под ним беру. Вот надо бежать. Не знаю, что надо бежать. Меня стреляет вообще. Ну, опять твоя проблема. Бля, да ёб. На рука так. Чё это? Да, бэхоп какой-то. А, блядь, самогон. Ты чё, Рик? А, я теперь не могу забраться в ванну. Спрыгай, детка, блядь!
Ой, палец в попу. Так, я на ту сторону. Сейчас чекну, что тут. О, там. Там мотоцикл. Мотоцикл. Я на мотоцикле. Так, на первую статую. Я нашел траву, кстати. Как передвинуть статую? А, танк должен. That works. Let's try it again. Что сломаешь? Так, скоро сто. Валет, блядь, постой. Эха! Прям сыграть. Стопанные кузнечики. Что за фигня? Пиздец, пацаны, да, пиздец. Че, значит, открыл какой-то проход? Ну, да, как я понимаю. Come on, just a little more. Надо еще раз, чтобы повернулся. Надо, чтобы на тебя сагрился, а потом на меня снова. Так, сейчас теперь на меня можно. У меня хилок там больше. Так, все, теперь я сижу с этим. Sherry, I found a bike. Just hold on. Okay. Ну все, охуенно, конечно, сделал. Я так вообще рад. Меня сейчас убьют. Жесть какая. Ну, мне надо было ее подсаживать там. Такое делать. Если не могу залезть, то... Fuck you, Ryan, на пусы! БХП хватило. Захуй грызу, да? Да. Иди в жопу. Значит, ты причмокиваешь, что там делаешь? Тебя пародирую еще, скажи, да? Нет. Ты захуй там берешь. Пародируй. В КВН выступаешь, наверное. Да, я да боже, блядь, в одной команде есть грамма. Она не может прыгнуть, блядь, тупая. Кузнечики с автоматами, ну пиздец просто какой-то. Сейчас. Сейчас я пишу проститься, какая хуйня. Какой именно, блядь, блядь. Погнали. Пацаны, равный бой. Сейчас он узнаем, поедет такую же скорость. Я к нему удивился. Я с каждой миссией его все больше и больше улучшаюсь, точно. Я тоже. Блять, ты же. Получен автомат, медведь. Пиздец, какая ебанутая миссия была с этим милишным оружием. Пиздос. Уел. У меня не. У меня больше очки умений добавляются. Поебать вообще. Как-то. Что ты нажал OK? Escape. К.
какать хочу. Пацаны. Короче, посмотрим заставку и на этом сегодня закончим, потому что я пиздец сгорел в той миссии. Пацаны. Чё? США во всех штатах легализовали пидорасские браки. Ура. Наконец-то. А за какую реакцию я ожидал? Чё, блядь, натурал на 2015-м зашкварно будет. Натурал, типа, знак меньше. Больше. 2015. Опа. Соска на моцике, еще и с айфоном. Understood. I'll make sure. We'll be there soon. What did he say? He gave me the rendezvous coordinates. It's close. Олег. Ладно, хоть не танк, блядь. Олег. Вертолёт. Олег. Ещё хуже. Мама, вертолёт. О, Олег. Говори, говорю. Я буду сейчас ехать. Блядь. Прикачу начнёт. Что это? Я должен стрелять пистолеты по нему? Олег. Я ракета должен стрелять. Гонщик из меня так себе. Гонщик из тебя так себе. Олег. Супер скорость. Олег. Олег. Чем супер скорость? Олег. Олег. Что? Хочешь, я тебе скажу, что мотоцикл тоже есть хп? Блин. Блин, вот это хуй сос полетел. Я хотел спросить. Ну, слушаешь? Блин. Веха, давай. Не, она не хочет взять меня. Побочки надо. Что, блядь? Ты специально это сделал? Я заебал, Соль. Ты заплакал? Хуй нахуй. Пиздец, боевка, я с самого бога чекула нахуй. В резике. Все заебись, но боевка это пиздец. Мы сейчас бесконечно будем пытаться. Ну, если ты будешь стрелять в бочку, то бесконечно. Олег. Олег. This is really starting to hurt. Next time I'll steal a limo. Олег. Еще и на мотоцикл. Странно, что не на танк. Ебать, стреляй ты как удобно тут. Просто пиздец. Олег. Олег. Алло. 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 Что, Олег? Наконец, как я. Молчал, хуй, уже. Да и второй цесс я закуляться. Это чё? Олег, дай бог тебе здоровья. Дай бог тебе здоровья. Вот, слушай, ты что, не получишь нахуй благословение Божье. Сдохнешь там, блядь, роты, блядь. Спидер. Понятно, все, не продолжай. Твои горения. Кто, блядь, перепройдешь эту миссию за эту? За бабу?
Че, пацаны, варыч пошли? Ага, иди нахуй с ним варычем. Играй со мной. Ну че так грубо-то? Он же не грубил. Ну, Олег, тебе сказал еще, дай бог тебе здоровья, а ты... Прямо очень расстраиваешь. Очень расстраиваешь. Очень расстраиваешь. Что расстраиваешь? Охуеть, Хэппи просто вышел на банан, блядь. Сделал весь. Ебануться. Один, два, три. Нихуя, какой спрей жесткий. Хотя я сомневаюсь, что это... Блядь, это вакейшн. Что, пойдем играть, пацаны? Не в экзамен у тебя завтра. Слышал такое? Бля, не хочу в экзамен. Ведь мало кто хочет.